О, беда. Веришь? Ты что, тражили вот эти вот детские расклады? Не, ну понятно, что это пранк, но я слышал, что бывали случаи, когда люди реально сходили с ума и становились киллер-клоунами. Я в эти сказки не верю. Детский не, ну, сад. Может правда, может нет, я не знаю, мне говорили просто. Говорили? Говорить много чего можно. Вот, смотри. Чисто поржать. Не, ну что, реально стрёмно такое увидеть. Но я бы не зассал, у меня-то пушка есть. Если что, быстренько пару раз на курочек нажал. Ты, а если его один увидишь, ты сразу забудешь за свою пушку. Блин. Здорово там. Чувак вообще такую фару включил. Клоун вокруг ходит в машине, не знаю, что делать ему. Да-да, слушай, так люблю, когда парни с пранками заморачиваются, тогда жертвы просто чуть не обсираются. Реакция, вот, то, что надо, поугарать вот так вот сесть вечерком, вообще, то, что нужно. Не, я вот одного не пойму. Такого же не бывает, вообще. Он ходит и смотрит на него, на этого клоуна. Это же детский лепет вообще, разводники. Чего не смотрит на этого клоуна? Леща как дал, голова быстрее ног полетела. Ты видел-то? Там клоун шарами разоцветанный. Ты издеваешься или что? Нет там никого. Да не, нет, в окне только что был клоун шарами, ты что? Блин, проверю, что делать. Да нету здесь никого. Что это было? А? Взрыв какой-то. Да, что-то похоже на взрыв. Посмотри, шар лопнул. А как он здесь оказался-то? Вообще без понятия. Офигеть. Нету вообще никого. Как он мистика здесь? Мистика какая-то, откуда взялся? Ладно. Не пойму. Ты знаешь, что-то я очкую уже. Покрепче сжимай. Да. Ты же не в дерево вообще. В мистика, блин, все. Чуть мне чай перехотелось уже пить. Интересно. Пойдем тогда наверх, может, пошпилим. О, лучше пойдем поиграем в натуре. Погнали. Ну нафиг. Фу, вообще. И че ты, большой такой, об эти сказки-то верят. В натуре я про тоже. А это, кто-то пошутился. Сегодня я тебя сделаю. Мне по барабану, что ты взял Барса. Ну ты же знаешь, кто лучше играет. Играет то лучше кто, но кто как управляет джойстиком, вот это другое. Красавчик, ну здорово. Касание, хорошо. Давай, выход, выбил. Ну, выбил. Только вышел, матч начался, он ходит пешком. На лавочке будешь у меня сидеть в следующую игру, я тебе базарю. Подкатик, все, куда желтую дал мне? Нечистый получился. Подкатик был с нарушением, желтую не зря получил, судья все увидел. Лицом к мячу, лицом к мячу! Да, как ты его встречаешь? Да. Чё ты ходишь возле него? Опаньки. За ручку еще возьми его и в садик заведи. Все, сейчас.
Тань, ты слышал? Я отчетливо слышал этот звучок. Да, реально. Смотри. Под вот этим углом видно отпечаток, вот. Да. След, короче, от руки. Давай, ты с той стороны посмотришь, сейчас с этой стороны. Только аккуратно. Ладно, расходимся. Если что, стреляй. Да нет здесь никого. Ну, конечно. Страшновато. Нет никого вроде бы. Пойду к Тане быстрее. Таня, как там у тебя? Все нормально? Тихо. У тебя никого? У меня чисто. У меня чисто. Что делать будем, да? Еще без понятия. Скорее! Что делать? Быстрее! Да-да-да-да! Быстрее! Лови! Давай! Лови! Красавчик! Скорее, скорее, скорее! Держи, держи, побежи! Быстрее! Скорее! Быстрее! Охраняй его! Побежи! Да куда он все время девается? Не пойму. Либо нас кто-то пранкует. Либо это реально клон-псих. Может быть. Такое. Это, может, домой пойдем? Это, сядем, в домике закроемся. А то, как бы, мне уже кажется, что он есть. А, так ты все-таки зассал, дружок, да? Не, это просто прохладно немножечко. Ну, раз прохладно, тогда домой давай, ладно. Да. О, Витал, быстрее за ним! Быстрей! Ты видишь что-то там? Нет, ничего не видно. Я ничего не вижу. Блин, лезть нужно. В смысле? Я один туда не полезу. Я тоже. Давай вместе. Давай вместе. Кто первый? Ты первый. А что я сразу первый? Потому что у тебя пушка больше. Или ты зассал? Я? Не зассал. Держи. Давай, давай. Я за тобой сразу. Пушку давай. И мою принимай еще. Давай, быстрее. Блин, да нет здесь никого. Куда он делся? Снова нас вокруг пальца обвел, блин. Ну что, вылезай, может? Да, давай, по мне. Thank you.
Однако, конечно, грязноват бассейн. Ежедневно смотреть, внимание много требует. Понял? Ты что, мне показалось? Почудится ж! Ух тышка, есть, смотри сколько. Это походу с деревьев нападало столько мусора-то. Блин, полный сачок стряхнули. Ну, Гро! Опять! Гро, что я здесь делал? Получишь ты у меня, Гро! Я тебя сейчас сделаю! Я тебя сейчас искупаю, поганец ты мелкий! Сейчас ты меня увидишь! Ну, Гро, иди сюда! А ну, открывайте, говорю! Мелкий! Гро! Открывайте, говорю! А ну сейчас я с другого выхода тебе. Я тебе сейчас сделаю. Смотри-ка. Искупать я решил. Иди сюда, дикарю! Ты зачем меня в бассейн бросил? Ты зачем меня в бассейн бросил-то? Я тебе чё? Типа ананасики кушаешь? Ты чё, с луны свалился, что ли? Я тебя не трогал, вот только пришел, только начал ананас резать. Опять все претензии ко мне. Да что же ты такое, поесть нормально не дадите. Чё? Ты чё тут мне втираешь? А кто меня в бассейн только что закинул? Не ты, что ли? Хриплый, у тебя чё, температура? Пойди переоденься, а? Ладно, я пошел перейдем, я сейчас приду. Рассказывай ты мне. Чё какие-то так, ананас же на тарелку надо резать, чё можно резать-то? Я такого спелого еще в жизни не видел. Ну а хриплый сам нарвался, наезжают на меня, вот я с ними не поделилась. Слышь, ничего себе! Я тебя вообще не понимаю! Да нет, ты что, вообще разыграл? Так чё? Чё мне с тобой сделать? Говори мне! А? Ты чё, забыл, кто здесь старший? Хриплый, да какая муха тебя укусила? Я сразу пришёл, начал чистить ананас. Может быть, борода вернулся, решил подшутить там. Гро! Ты чё здесь мне втираешь? Ты чё забыл, что он на стрелку повалил, а? Точно. Он же только завтра вернется. Значит, ты просто поскользнулся. Кто-то есть, Гро? Походу. Слушай, иди разведай, а? Слышишь, ты мне тут бороду не включай, я здесь этаж, когда его нет, понял? Я походу первый этаж, а ты иди на второй. Что это за чудик? Это, походу, Бигфут. А кто такой Бигфут-то? Здоровый такой, мохнатый обезьян. И он, короче, ходит в горах, в Гималаях.
Как он сюда забрел, непонятно. Что делать-то будем, что ты мне тут рассказываешь эти сказки? Что делать? Валить его! Вали! Ты видал? Его, походу, нос не берут. И что делать-то будем, Гром? Ты видал? Что делать, что делать? Походу, пробуем еще раз. Целиться в лобешник. Точняк! Попадешь? Ты че, в легкую? Думай, быстрее, ты же голова тоже жаришь. Я не знаю, мы по сути в тупике. Что себе тупик у тебя? Сейчас ты выйдешь от этого тупика. О, чё? Капец, обезьянка обалдела вообще. Чуть меня не попала. Повезло тебе. Давай, надо что-то решать, Гро. Говорю. Думай, думай, быстрее! Точно! Нет, хриплый, у меня идея. Какая? Это наше спасение. Мысли? Вот оно. Ну, еще не догнал. Ты что, кушать собираешься? Не кушать, блин, думай башкой. Тащак, давай, блин! Давай, массива! Эй, волосатый, лови! Подписан на канал, подпишись, а если подписан, огромное тебе спасибо, ты просто красавчик. В общем, если хочешь продолжение, ставим лайки, и оно обязательно будет. Ждите.